Не везде хватает и врачей. Тела в прицеп, рефрижератор, которые уже сами становятся пациентами. Внимай, отечка. Это вирус. Просьба найти безопасное место. Перехожу. До прибытия помощи. Мир пал. Но мне чудом удалось выжить. Я потерял все. Мой бизнес. Город, в котором живу. Возможность выбирать президента и все, что мне было дорого. Все из-за этого чертового вируса. Теперь каждый проклятый день я вынужден бороться с толпами безмозглых зомби, которые восстали из мертвых, чтобы отведать моей крови. А вот хуй вам! Сорян, прости, что отвлекаю. Просто меня попросили сказать, что если ты в этом видео найдешь все пасхалки с изображением моего лица и в комментариях укажешь их количество и время, то за первое место ты получишь охеренный кальян в полном комплекте с подписью дяди Лёши. За второе 1000 рублей на телефон, за третье 500 и за четвертое и пятое видеосигны. У меня все. Удачи! Так много времени прошло. С каждым днем становится все хуже. Еду найти все сложнее и сложнее. Я давно забыл, что такое мягкая кровать и горячий ужин. Господи, я почти разучился говорить. Сейчас это ни к чему, да и в принципе не с кем. Как же мне не хватает возможности прогуляться по людным улицам, посмотреть в глаза прохожим и добрести до любимой кальянной. Моей кальянной, чтобы провести там пару беззаботных часов, выдыхая ароматный дым, наблюдая в окно, как люди спешат по своим делам. А ведь кто бы мог подумать, они просто идут по делам и даже не подозревают, что станет с ними очень-очень скоро. Мне остается только слоняться по этому богом забытому миру в поисках уцелевших до скончания дней. Но этот день стал особенным. В траве я обнаружил до боли знакомое очертание, похожее на пачку табака для кальяна. Господи, сколько же приятных воспоминаний. Сегодня точно мой день. Незамедлительно я начал искать все необходимое, чтобы соорудить кальян или нечто похожее на него. С емкостью под колбу проблем не возникло. На свалке я нашел большую смятую бутылку из-под воды. Интересно. Теперь нужно найти чистую воду.
Дождь усиливался и постепенно начинало темнеть. Поиски подходящей трубки и шланга не увенчались успехом, и я решил найти новое укрытие. Я развел костер и приступил к исследованию помещения. Вдруг найду что-нибудь интересное. Сегодня однозначно мой день. У меня есть почти все необходимое. Кроме самого главного. Сеточки для мойки мытья. Мне не терпелось собрать эту конструкцию. Я был в предвкушении первой, самой сочной затяжки. От волнения. Я уже и забыл, когда курил кальян последний раз. Вот момент настал. Давно я не чувствовал себя таким счастливым. Но это ощущение продлилось недолго. Табака было не так много, да и времени сидеть на одном месте у меня тоже нет. Поэтому я направляюсь дальше, на поиски лучшей жизни. Жизни, которую мы заслуживаем. Без болезней, боли, страданий и потерь. Искать мир счастливых людей. И если найду, то обязательно возьму вас с собой. Берегите себя. А, ну и, конечно, поставь лайк и поделись этим видео в соцсетях с друзьями. Не зря же дядя Лёша снимает это все. Он же для тебя старается. И давай быстро подпишись на канал с колокольчиками и всеми этими вашими приблудами. А то пропустишь видео, в котором дядя Лёша строит огромный кальян из кирпичей, и то самое видео, в котором он целиком испек полностью рабочий съедобный кальян-пирог. Только если что, я тебе ничего не говорил, окей? Ну что, как там говорит дядя Лёша? Муслим Магомаев вашему дому. До новых встреч. Пока.